Новый мост в Твери в ближайшие несколько дней будет закрыт по ночам. Причина – ремонтные работы, которые пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщают в городской администрации. С 12 до 16 сентября включительно проезд для автомобилей будет запрещен, начиная с 9 часов вечера и до 6 утра. Объезд участка будет производиться в соответствии со схемой организации движения, согласованной с городской ГИБДД. Подрядная организация, акционерное общество АБС «Дорстрой», на время проведения работ предписано обеспечить установку и содержание временных дорожных знаков.